Hey, всем салют, дорогие зрители! Добро пожаловать в игру Atomic Heart. Мы продолжаем наше прохождение Узник Лимба. Остановились мы, значит, снова в контрольной точке. И нас ждет следующий уровень. Снова скалолазанье. И да, в прошлой серии было дико сложно. Соответственно, еще здесь какой-то уровень с гусем. И давай попробуем, зайдем, посмотрим, что это за гусь тут у нас. Так. Стопэ. Чё такое? Ну и мирок у тебя тут, П3. Твой мозг такой слабый, что даже реализм не вывозит. Отвяжись, отвяжись! Так, гусь заберёт тебя. 3-4. Запирайте дверь в сортире. О, боже мой! Чудовищный матерящийся мужлан. Нихуя не совести. Ну чё ты там? Я бы после такого не встал. О, боже мой! Так, подожди, тут нужно подлететь. Окей. Ай, блин, майор уже куда-то убежал далеко. А дистанция? О, боже мой, так. О, есть, смотри. Так, прыжок. F. Хорошо. Так, здоровье. О, тихо, блин, ой, как опасно. Как корова на льду. Ой, боже мой, какой ржачный уровень, дорогие друзья. Черт. Гусь так высоко не прыгает. Помер. О, черт, это... Вот это самый угар, который мы, наверное, ждали, дорогие зрители. Потому что в прошлых сериях главный герой все выясняет отношения со своей женой. Здесь же он... Так, как пропустить? Касценку. Так, ну, короче, неважно. Главное, нам сейчас... Что даже реализм не вывозит. Отвяжись, отвяжись! Так, 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 так. Короче, главное сейчас бежать. Выпустить Крякина! Так, выпустить Крякина. Чудовищный матерящийся мужлан. Ну, конечно. Да, 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 да. Именно это вот этот тот самый матерящийся прекрасный гусь. Так. Ты займешь место гусака-вожака. О боже мой, так, я надеюсь, я догоню этого майора, дорогие друзья, нашего главного героя. Так, капец, он быстрый, блин. Гусь всегда побеждает, мудачело, так-то. Слушай, у нас пока все вроде как получается, но пока что все очень опасно. Я еще не начал тебя резать. О боже мой, так, короче, так, давай прыжок. Так, давай еще сюда. Так, еще прыжок. Так, нагнуться. Хорошо. Блин, это самый настоящий Subway Atomic Surf, дорогие зрители. Так. Спокуха. Так, бежим, 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 бежим. Так, я надеюсь, уровень-то не бесконечный. Мы хоть когда-нибудь-то его догоним, дорогие зрители. Так. Есть. О, боже мой. Так. Давай, летим. Вау, блин, у меня... Ай-яй-яй. Так, тихо-тихо. Тихо-тихо. Не отвечай ему тем же. Игнорируй птицу. О, хорош. Так. Давай, прыжок. Так, есть. Спокуха. Очень опасно. Чай не дали. Шоколадку отобрали. О, черт. Так, блин, 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 я надеюсь, этого препятствия не будет снова. Так, давай, давай, догоняй этого майора, черт подери. Так, давай, бери сердечко. Да, блин, не взял сердечко. Так, слушай, здесь не такое простое управление, как может показаться. Как корова на льду. Так, все, давай, бери то сердечко срочно. Так. Когда-нибудь ты займешь место гусака-вожака. Блин, давай, хова. Так, 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 так. Едем, едем, дорогие зрители. Так, отлично. Смотри, как идеально получается. Пожалуй, это мне и самому пригодится. Это точно, так. Тихо. Умрёшь здесь, Петри. Умрёшь и в реальном мире. Эй, в смысле? Я... Блин, чёрт. Так, 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 так. Ну, по идее, смотри, этот уровень проходим. У нас есть там супер-дупер... Так.
Боже мой. Так, давай, бери сердечко. Есть, хорош. Тихо. Гусь догоняет. Гусь догоняет майора. Так. Отлично, отлично. Ух. Так, все-таки навыки Subway Surf, дорогие друзья, сохранились. Хотя сколько лет я уже в эту игру не играю, но все-таки навыки тихо есть. Так, отлично. Гуси-лебеди летят похищать майора. Блин, твою налево. Так, спокуха. То есть, смотри, когда мы даже помираем, то майор останавливается, передышку хоть делает небольшую. Так. Запускаем гуся, работяги. Все, запускаем гуся по максимуму. Так, 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 так. Оп, хорош. Так. Слушай, горки эти прям вообще такие. Пожалуй, это мне самому пригодится. Так. Блин, это самый угарный уровень. Так. Давай, давай, моя давай. Прелесть. Моя прелесть, давай, есть. Майору клюнули. О, черт. Жалко. Черт, 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 опасно. Тихо. О, блин, вот это опасно, слушай. Так. Так, вот не дай бог будет еще такое препятствие. Так. Давай, бежим, 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 бежим. Так, гусеницы. О, давай, так, сердечко. Так. Майор, быстрее в стаю, к нам. Срочно к нам, куда ты убегаешь? Ой, да тихо. Есть! О, блин! Сокопляй ситуацию. На льду. А, давай. А, давай. Есть, так, вниз. Окей. Супер-мега-пробег. А, давай, прыжок. Так, прыжок. Есть. Так, бери сердечко. Скрой и за мной. Нас ждут великие дела. Майор, никуда не убегай, мать твою, черт, блин. Фух, 41%. Ладно, 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 главное не следить. Главное не следить, дорогие друзья, за процентом. Так, тихо, 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 тихо. Так, гусеницы. Ой-ой-ой-ой-ой. Так, давай-ка, хоба. Тихо, есть. Так, ага. Блин, как опасно. Гусь всегда побеждает, мудачело. Так-то. Ага, так. Давай. Я питаюсь твоим страхом, Петри. Так. Блин, а может гусь и правду говорит? Так, тихо, 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 тихо. Тихо, тихо, тихо. Есть, все, погнали. У-ху-ху. Супер-мега-горки. Так. Тихо, 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 тихо. Так, вот тут. Братишка, видишь, впереди уборщик бежит. Мы в него метим. Ты что, ебабо? Только начал. О боже мой, так, давай, давай, быстрей, быстрей. Так, хоп. Ага, есть. Черт, вишня забаговалась. Вишня, вишня забаговалась, дорогие друзья. Так. Так, отлично. Блин, у меня вишня забаговалась, что делать? Пиздим Сережку вместе. Кря-кря-кря. Так, ну ладно, будем с вишней гонять, блин, ну как ты так? Черт. Так, аккуратно, аккуратно, гуся. Гуся, аккуратно, давай. Мы сейчас сможем. Тут такие препятствия, блин. Так, спокойно. Шоколадку отобрали. Так, 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 так. Блин. Дай. Не любишь, а? Так, тихо, все, прыжок. Так, спокойно, вот тут опасно. Раз. Есть. Достойная награда. Ага. Так. Пополнен, чё? Главное, вот это, наша награда, это вот эти сердечки. Так, 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 так. Давай, есть, хорош. Блин, это самый настоящий Subway Atomic Surf, дорогие зрители. Тихо. Больной, да, ублюдок. Извини, дружок. Херня вышла. Так, короче, давай аккуратно. Так, есть. Чего там
этого нет, у тебя ничего нету. Ты городранец. О, вот эту отсылку я помню, дорогие зрители. Это на фильм вроде «Бриллиантовая рука». Так. Тихо, тихо, тихо. Да ёп! Поднимите мне лапы! Дистанция держи, тварь. Так, давай, аккуратно, аккуратно. Так, есть. Тихо, 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 тихо. Есть. Так, хорош, хорош. Катим, катим, катим. Ага. Да, в смысле? Короче, проще прыжок, дорогие зрители. И лучше не рисковать. Тут, правда, здесь какие-то долбанутые препятствия. Так, хоп. Есть. Отлично. Тихо, 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 тихо. Блин. Есть. Тихо, 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 тихо. Да блин. Спокуха. Так. Отлично. Едем, 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 едем. Ра-р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 ам. Так. Хорош. Вау, вот это было красиво. Да блин. Это я только начал. Чёртов майор, блин, убежал куда-то. Я вообще не понимаю, куда он там убежал. Так, тихо. Ага. Да, да ну тебя. Так. На спину его. Так, майора на спину, блин. Так, гуся не трожь. Так. Все спокойно. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, короче, в бок. Есть. Давай, скорее встаю. Так. Отлично. Да что вообще такое тут творится? Здесь творится полная жесть. Добро пожаловать в мир полной жести. Это Лимбо. Так. Фух. Давай, бери то сердечко срочно, хоба. И за мной. Нас ждут великие дела. Тихо, тихо, тихо. Так, едем спокойно. Какой опасный левел. Так, тихо, 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 тихо. О, давай, давай, давай. Чик, 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 чик. Ух, красотища. О, смотри, догнали майора. Эй, в смысле? Ай, ни хрена. Ни хрена. Так, погоди, ей вот прыжок. Черт. Не сливайся. Как корова на льду. Да блин, я ж прыгаю. Ай. Так, ладно. Ладно, ладно, ладно. Так, 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 так. Я не понимаю, как здесь проходить. Так, тихо, ну, тихо, тихо. Я не понимаю. А, понял, понял, понял. Так. Какой кошмар, блин. Это кошмар, блин. Так, так, так. Тихо. Есть. Тихо. Ой-ой-ой-ой. С-С-Е. С-Е, С-Е, С-Е. С-Е. С-Е, блин, ты должен бежать. На спину его. Так, ага. Черт, блин. Вот на этом моменте я вообще сливаюсь, дорогие друзья, очень дико прям. Так, смотри. Вот, вот, вот я не могу понять, там. Так, короче, там. С. С-Е. Пробел. Да. Себе могилу. Так, тихо, 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 тихо. Так, S. Все, не путаем, не путаем клавиши. Так, S, E. Q, пробел. Q, E, Q, пробел. S. Да в смысле? Нет, 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 нет. Так, тихо, вот тут. Ага, все, переместился, молодчина. Так, молодчина гуся. Так. Фух. Пожалуй, это мне самому блин. Ни хрена не совести, да-да-да. Так, давай. Фух, тут диалоги, конечно, зациклены, дорогие друзья, и немножко уже поднадоело, но ничего страшного. Так. Ну, да ё-моё. Так. Корова на льду.
как опасный на 94%. Хорошечно. Так, окей. Хорошо, пробел. Так, отлично. Всех стран и народов. Блин, СЕ надо было. Вот этот момент вообще меня бесит. Вот этот. Ага, так, пробел. Тихо, ага, хорош. Так. Короче, лучше за майором бежать, прям. Эх, сука, блядь, ситуацию. Да блин. Ну чё ты там? Я бы после такого не встал. Ничего, 97%, у нас еще 9 попыток, дорогие друзья. Сейчас мы все сделаем. Блин, вот это. Ай-яй-яй-яй. Тихо, тихо, тихо. Так, ага. Да блин, пробел ты должен был там. Что, блин? Не любишь? Так. Давай, хоп, пробел. Ага. Тихо. Нет! Да, не усугубляй ситуацию. Давай, мы уже у финиша. Все, полетели. Ё-моё. О, да. Мы это сделали, дорогие зрители. Мы это прошли, боже мой. Ну, главное, половину карты мы прошли. О, то есть большую половину мы прошли вообще очень быстро. Так, и что у нас здесь? Вау, касценка. Майор в строю, есть, дорогие друзья. Ой, черт. Стой. Гуси, гуси-лебеди. Так, тихо-тихо, перезаряжай. Так. Не слушай их гогот, ломай их полностью. Так, давай. Электричество есть, хорош. Капец, блин, вообще клево. Так. Да, это офигеть! Зачем ты кричишь? Я еще не начал тебя резать! Настан, внимание! Дуй! Не слушай их гогот, сломай их полностью! Много не догоняешь! Сейчас мы их быстро сделаем, дорогие зрители, так! Лапки короткие, паскудник! Ну, Сережа, здесь ты от меня никуда не денешься! Ну, и чем бы здесь понаслать? Ну, у гуси не два гуся было, а целая стая! И совсем не веселая! Давай, чуть-чуть осталось! Где еще последний? Вот, смотри, бежит к нам. Все. Так, ну и что же тут у нас? Ё-моё. Какая-то войнушка. Так, давай-ка посмотрим, как нам выходить. Ё, быстрее, чуваки из Лимба. Так, танчик. Ага, так, заметь, заметь, смотри. Угу, нам... показывают путь. А, вот, смотри, нам туда. Так, хорош. Ё-моё, что за дворец? Царь во дворца, царь во дворца. Чёрт! Что? Где это мы, близняшка? Гонишь. Вау, офигеть. Кто ж знал, что... Держись там, Катюш, ладно? Что мы очнемся и встретим близняшку. Мы совсем справимся. Так, теперь кольца. Вау, это финал? Вы завершили историю дополнения «Узник Лимба». В мире Лимба наверняка остались нераскрытые секреты. Вы можете продолжить приключение или вернуться в главное меню. Оу, да. Шикарно, дорогие зрители. На этом все. Всем спасибо за просмотр. Было очень-очень круто. Было очень мега круто. Я не думал, что, конечно, мы так быстро
пройдем. Это дополнение реально... Оно короткое. Оно реально очень-очень короткое. Но это было просто мега угарно и круто. Особенно вот этот последний уровень. Просто офигенный. И, соответственно... Да. На этом все, финал игры. Блин, шикарная песня, особенно в рок-исполнении. Ну, конечно, знаешь, у нас еще остался вроде там один мир, по идее. Но я просто не думал, что мир с гусем это будет вообще финальный уровень. Так что, да, такие дела. То есть, получается, наш главный герой майор выбрался из лимба. Попал в эту лабораторию. Увидел близняшку вот эту вот, которая была когда-то нашей женой. И, соответственно, он будет что-то придумывать. И, возможно, следующие DLC продолжат и историю Лимба, и продолжит историю Инстинкт Истребления. То есть одно DLC через полгодика будет посвящено походу истории... истории, короче, Инстинкта Истребления, а последнее DLC, которое мы, возможно, увидим через год, будет посвящено дальше продолжению Узника Лимба. Так что вот такие дела, дорогие зрители. Мне все понравилось, реально, игра сытная вот эта. Вот именно вот это DLC, оно прям очень насыщенное, очень много всего, очень много красочного, яркого, прям вообще мега-мега-мега. И, скорее всего, больше это DLC делали для расслабления. То есть тут толком не напрягаешься при прохождении, только паркуришь большую часть, да. Вот такая тема. Всем спасибо за просмотр. Не забывайте подписываться, делиться этим роликом, ставить большой палец вверх. С вами был Кот. Всем удачи и всем бай-бай.